Эй, вы! Это же персидский ковер! Прости. Жила с ума. Мама хочет отменить нашу свадьбу. Здравствуйте. Чтобы понять, кто меня подставил. Этот парень, который хотел украсть чеки на зарплату, это точно он. И наркотики он мне подкинул. Рахим, Махмуд, Ларри, как вы здесь оказались? Привет, как дела? Ты знаешь этих людей? На нем мой гарвардский галстук. Ты представляешь? Он надел мой галстук, как будто это он закончил Гарвард. Если он ездит в моей машине, значит, он живет в моем доме. Может, он работает на моем месте. И в этот самый момент он, может, заигрывает с моей невестой. А Колман, он столько лет работал у меня, и такое предательство. Не понимаю. Но они все заплатят за это. И он заплатит. Заплатит.